Уже не раз мы рассказывали о книгах, которые экранизировали, но немногие знают, что некоторые фильмы оказались настолько интересными, что по ним написали не один десяток книг, и сегодня мы о них расскажем. Наш список открывает серия о «Звездных войнах». Все книги – это продолжение или предыстория знаменитых фильмов. Всего романов, кстати, около 60. Что интересно, после выхода фильма эпизод 1 «Скрытая угроза» книги разделили на эпохи и сопоставили их по временным промежуткам. Следующий фильм, который новелизировали – это «Терминатор». В общем, 11 романов, 8 из которых получились самостоятельными историями. И только 3 из них объединяет сюжетная линия. Франшиза «Пираты Карибского моря» тоже стала источником вдохновения для многих авторов, которые тут же предложили свои версии развития событий вышедших фильмов. На сегодняшний день написано уже 17 книг для юных читателей о приключениях Джека Воробья и один роман для взрослых. Завершим список романами по российскому сериалу «Бригада». В 2003 году вышла первая книга, и сегодня цикл Александра Белова насчитывает 16 романов. Почти все книги, о которых мы рассказали, переведены на русский и доступны в свободном доступе, так что если нам удалось вас заинтересовать, то приятного чтения!